Приветище! Это наш поездатый приключение, и мы продолжаем. Остановились мы на том, что не доехали до депо. И сейчас самое главное не врезаться в стену. Пожалуй, я побежал тормозить. Выключаем, тормозим. Вроде норм, можно даже поближе еще подъехать. Скорость просто уменьшить. Тормоз. Самое главное не сшибануться сильно. Давай, подъезжай. Новый метод медленной езды. На ручнике. Все, приехали, вырубаем. Йо-хо, почти плотничком подъехали. Ну что, let's go на вылазку. Вспомним, чё, кого здесь. По-моему, тут еще подвал где-то был. Вау, парни не шутили, что собираются отремонтировать этого робота. Робот класса пес может стать хорошим компаньоном в путешествии. Надеюсь, он в рабочем состоянии. Но... Ура, мы его нашли. Так долго я к тебе шел. Освободите руки, чтобы подобрать предмет. Да я его запустить хочу. Подобрать. Давай положим. Положить. А, ну конечно, тут же выключен написано. Давай включим его. Вот, здоровенько. Пупсичек мой. Что у нас тут имеется? Значит, мы можем здесь сшить себе рюкзак. Забавно. А это у нас инженерный верстак. В принципе, он у нас есть и на поезде. Так что не так уж нам и надо все это дело. Зато нужно сшить себе мотоциклетный шлем с фонариком. Очень полезная штука. Что у меня, кстати, по броне? Давай посмотрим. Тут у меня все ок. Ботиночки уже почти изношены. Так что давай сейчас мы тут порыщем. Материальчик пособираем. И может, что у нас получится сшить тут себе. Домой за кожей забежал. Без нее вообще никак. Снимаем, значит, наш шлем. Вот так вот. И начинаем шить. На картинке, конечно, нарисовано, что фонарик прикреплен на металлическую пластину. И тогда задается разумный вопрос. А нафига мне стол портного тогда для этого? Я же не собираюсь эту пластину пришивать, да? Ну да ладно. Тем не менее, у нас теперь есть отличнейший шлем. Дальше мы шьем себе вот такие брутальные шипованные кроссовки. Даже старые изношенные кроссовки удобнее ботинок. Делаем. Обязательно броню из шин. Пластик нужен. Нужен пластик. Сейчас я это забираю. Надеваю на себя. Вот таким. Ага. Вот таким вот образом. Ништяк. Теперь фонарик у меня должен так включаться. Во! Вот это другое дело. Так-то лучше. Ищем пластиковые бутылочки. Хотя, на кой черт? Можно просто напиться воды, и у меня будет куча пластика. Делаем себе броню запасную. Дальше, спальный мешок. Конечно же, шьем. Я могу себе сшить хорошие коврики, всякие разные, почему бы и нет. Шьем каждого по одному. Я их потом у себя в поезде размещу. Еще тут можно снеговика сделать. Но для него нужна древесина. С коврами покончено. Перехожу к шитью рождественских подушек. Такое ощущение, как будто я устроился на тайваньскую фабрику по шитью. Все, куча всего я тут нашил. Перекидываю все это к себе. Осталось только снеговика сшить. Нужно найти дерево. Вот оно. В смысле, чуть-чуть деревяшечек можно запихать. О!
Снеговик есть? Старый Новый год будем провожать с ним. Снеговичок, добро пожаловать в уютное местечко. А, его, наверное, просто выставить нужно. Сейчас, подожди. Во! Класс! Ну, лучше, наверное, его все-таки выставить где-нибудь под елку. Типа вот так. Не, на столе ему круче было. Типа мой напарник для застолья. Я буду сидеть на унитазе, а он будет на столике. Давай-ка теперь примерим ковры. Их тоже просто на пол выкладывать или? О, тут они уже вот как выкладываются. Может, этот на на стол. Типа простыня. Его еще и сколотить надо, обалдеть. По-моему, вообще зачетно. Вот этот коврик. Он большой? Тут побольше. Перед елочкой или даже прям елочка будет на этом коврике стоять у нас. Вот так. Четко. Этот какой-то длинный коврище. Я его, наверное, здесь вот постелю. Вот. Тут можно целых два постелить на самом-то деле. Есть еще такой ковер. У-у-у, какой он здоровый, слушай. Может быть, я вот этот уберу, а вот этот... А, он тут не влазит. Эх, блин. Хотя вот тут что-то где-то было, слушай. Ну-ка. Забавно будет, что ковер торчит вот здесь немножечко, да? Но... И он мешается, я об него спотыкаюсь. Черт подери. Жалко очень, очень жалко. Давай разбираем. Тогда его поставлю внизу, вот тут на входе. Ему тут самое место. Вот. Ну, а этот, как и хотел, сюда. Ну, красота же. Вообще четко. Уют всяко придает. Теперь с подушками надо разобраться. У меня их тут несколько штучек. Я их сразу себе вот сюда куда-нибудь... А, их вытаскивать нужно. Ок. Вот так вот я себе их поставлю. Ну, сказочно, по-моему. Уже уют чувствуется. Единственное, тут елки теперь не хватает. По такие новогодние подушечки. Ну и посмотрю, что там за спальный... Какой ужасный спальный мешок. Проперженный, провоненный. Ладно, какой есть. Надо теперь еще переодеться. Вот это вот снимаем, это одеваем. И костюм бы я, наверное... Слушай, я вот тут ботиночки поставлю. Вот так вот. А здесь у меня будет стоять моя броня. Из шин. Все. Вроде четко. Пойдем теперь посмотрим, что я могу сделать для робопса. Только зачем я сюда бегу, если инженерный верстак и у меня есть? Устройство хранения. Я думаю, что обязательно надо это сделать. Турель лампа. Ее бы я затестил. Медицинская турель. Турель вырабатывает мощное обезболивающее и регенерирующее инъекции с небольшой периодичностью. А есть еще медицинская турель лампа. Исцеляйтесь при хорошем освещении. Забавно. Арбалетная турель, пистолетная турель. Ну, тут все различные турели из всех видов оружия, это ясно. Огнеметная турель. Вот это хочу сделать. Огнеметы я, потому что тут в руке еще не держал в этой игре. Значит, первое, что я хочу сделать, это сумка по-любому. Турель лампа, а потом что-нибудь из оружия. Все, пойду собирать материал. Ну что, приступим к нашей инженерии. Первое, это сумка, конечно же. Обычная сумочка тканевая. Дальше кожаную. А, для кожаной металл нужен. О, блин. Ща, не вопрос, металла у меня тут завались. У кого есть кожанка, тот крутой. Турель лампа. А, нужны электрические детали. Придется по тачкам пошариться. А по такому случаю нам нужно поехать назад. Интересно, робопес за мной пойдет? Или он тут останется? Во-во-во, смотри, значок робопса появился. Как, а куда, куда это ты пошел, дружочек? Как-то ты слишком... Вот так вот я останавливаюсь, все. Чтоб я мог как бы и тут, и там быть. Робопес, как он быстро бегает, слушай. Не дурно. А как ты через сетку пройдешь? Ты пройдешь? А он опять в обход пошел. Ну ты даешь. Я надеюсь, что его зомбари там не грохнут. Хотя у него уже нет мозгов, они электрические, поэтому зомбарям он не интересен. Добежал до тачек. Робопес мой идет в обход.
Он любит очень длинные маршруты. О, Машуня. Контрольный в голову. И здесь еще. Кругом одна алкашня. А я, пожалуй, вот тут вот на путях посплю. Я же бесстрашный типок. Я сейчас разверну прямо вот на пути. Вот так вот. Чтобы если меня переехал... Чтобы меня если переехал, то переехал наверняка. Ложусь спать прямо... Да почему ты убрал-то спальный мешок? Ложусь спать прямо здесь. Спать можно только в зданиях. Ладно, там вот это вот здание есть. Я сейчас туда схожу. Мне ж моторы нужны. Чё, пришел? Нифига себе ты, молодчик. А теперь пошли обратно. Бежит мой верный пёсель. Вот здесь вот я лягу спать. Тут есть кровать, но, видимо, я боюсь. Она негигиеничная, стрёмная. По сравнению с моим спальным мешком, я бы, честно, поспал бы лучше на вот этой кровати. Все, ложусь спать. 12 часов. Доброе утро. Башка робота торчит. Спальный мешок забираем. Погнали, let's go. Делаем турель, благо моторчиков вот этих электрических у меня дофигища. Дальше медицинскую турель. Для медицинской 6 аптечек и электромотор. Ну ладно, давай сделаем эти электромоторы. Осталось найти 6 аптечек, а у меня их всего 2. Пойду рыскать по туалетам. Но не просто так. Мы сейчас сразу же затестим новые модули на роботе. Вот ты где шастаешь. Иди сюда. Значит, вот тебе сумка. Вот тебе вторая кожаная сумка. Вот тебе фонарь. Давай на лоб. Итак. Нифига себе фонарь. Вот это антенна. Круто. В мешок можно? Можно. 50 килограмм в тканевом сумаре и 80 килограмм в кожаном. Не зря я 2 разных сделал. Я думал, это просто сумки. Одна тканевая, другая кожаная. Ну что, пошли, робопес. Пошли искать аптечки. Ты издеваешься, да? В обход пошел? Засранка маленькая. О, сумка, которая осталась от зомбаря. Что тут? 4 аптечки. Те аптечки, которые мне не хватало. Погоди, а вот это что за дверь? В подвал, точно. Я так его ненавидел. Тут такой глубокий подвал, что капец. Робопес там идет. Мы сейчас тут столько материалов наберем. И надо бы... Машуня, ну что ты так выпрыгиваешь, негостеприимный? О, патроны! Фух. Я тут еще на Машку что-то говорил. Где там робопес? Ты тут? Робопес? Ты слышишь этот звук? Кто-то долбит стенку. А, вот ты пришел, красавчик, пошли. Заодно затестю твой световой фонарь. Выключаю свой. Как интересно. Я выключаю фонарь на шлеме, но у меня остается обычный фонарь. А если я выключаю обычный фонарь, то включается фонарь на шлеме. Хорошо. Я тогда снимаю вот это все. И... Ох ты! Нифига себе! Как дома! Вот это я понимаю. Единственное, я бы хотел... Ты их умеешь пинать? Я так не умею. Забавно. Единственное, что хотелось бы, чтобы робопес шел впереди. О, рука чья-то. Кто там? Давай, до свидания. Робопес, иди вперед. Ты можешь не следовать, а... Нет, он может ждать. Ух ты, елки! Перезарядка. Граната, где моя граната? Вот сюда. Убегаем. Он еще живой? Он еще живой. Японский городовой, сколько вас там? Закрываем дверь. Робопес, прости. Они открыли дверь. И это робопес открыл. Так, кидаем гранату сюда. Уходим. Они еще живы. Но остался живым, по-моему, щитом, да. Хорош! Очень хорош. Всегда мечтал отобрать у него щит полицейский, но... Походу, нам не суждено. Еще бы каску бы полицейскую свистнуть, да? Было бы неплохо. Ладно, спускаемся. Робопес, let's go. Мне нужны твои фонари. Посмотрим, что тут у него. В сумке было бабки. У него были бабки. Интересно, для чего здесь бабло? Вот до меня до сих пор не доходит. В зомби-апокалипсисе бабки. Видимо, в дальнейшем разработчик планирует что-то с ними сделать. Привет. Привет, пока. Робот, уходим, уходим, уходим. Ух ты.
Там еще и Машуня. Мимо. Машка, это вообще не камильфо. Тут замкнутое помещение. Давай, открой личико. Готов. Дверь закрываем. Робопес опять открыл. Ну кто тебя просил? Ладно, благо разобрались совсем быстренько. И теперь мне нужна медпомощь самому. Кровь брыщет из щейки. Было бы неплохо найти здесь еще где-нибудь аптечки. Аптечечки. У тебя есть аптечка? У него нет аптечек. О, все, мы дошли до конца. И вот тут, возможно, мы найдем что-нибудь ценное. Гранаты нам... О, пистолет. Еще один пистолет. Шикарно. Теперь я могу один пистолет кинуть на модуль огневого оружия для робота. Ну все, ты счастлив, погнали. Этот робот всегда на позитиве. Красавчик. Блин, у меня тут на столе еще 5 аптечек лежало. Почему я про них забыл? Ёлки-палки-моталки. Ну что ж, зато у меня точно всего хватит. Делаем вот эту турель медпомощи. Готово. Теперь нам нужно турель лампу свистнуть. Эй, пёсель вокруг пошел. Ну хорошо, пускай он идет. Мне снова нужны двигатели, электродвигатели. Где там мой робопёс? Мне он сейчас очень... О, топливо. Канистр с топливом я... О, а ты тут как тут, красавчик. Перекладываем, значит, тебе вот это. Канистру с топливом, чтобы сделать огнемет. Оно нам Да. А можно как-то... Нет, так нельзя. Придется потихонечку все перетаскивать. Ладно. Прикинь. У меня тут сумка все загружена под завязку. Придется в кожаный закидывать теперь. Ну все, давайте свет погашу, а то ты как ходячий светлячок тут. Да, конечно, с робопсом теперь гораздо все проще. А, и эта сумка забилась. Ну все получается, надо двигать обратно. Робопес, мне нужна твоя лампа. Не ругайся. Я сделаю тебе лучше. Вот такую медицинская светящуюся турель. Есть. Дальше. Где у нас пистолетная турель? Вот она. А, для нее тоже нужны двигатели. Но не вопрос. Давай два. Готово. Пистолетная турель у нас теперь имеется. Ну что, робопес, сейчас пойдем тестировать твои боевые навыки. Иди сюда. Значит, вперед у нас боевая турель ставится, назад у нас лечебная турель. Нифига себе, прикольно. Как ты меня будешь хилить? Использовать аптечку. Перезарядка 240 секунд. Ну ладно. Врубаем оптимальный режим. Ну что, ты готов? По улыбке уже вижу, что готов. Погнали! Я с пестиком, ты с пестиком. Вон там вон есть две мишени. Ты готов? Смотри на его лицо, оно изменилось, и турель повернулась. Итак, смотрим. Ему, наверное, стрелять нечем. Ты готов? Почему не стреляем? Почему мы не стреляем? Наверное, ему надо патроны все-таки, да, туда как-то засыпать. Давай в этот карман кинем ему 50 патронов пистолета. Ты их как-то будешь заряжать, нет? А, вот хранилище амуниции. Вот куда ему нужно патроны кидать. Все. Я закинул. Ухо он почесал, наверное, заправил. Патроны в ствол. И теперь пойдем проверять. Ну-ка, пёсель. Фас! Нифига себе. Нифига себе. Вот это да. Вот это круто. Там еще и Машка активизировалась. Иди воюй. Блин, что ты ко мне ты пришел? Я не хочу, чтобы ты следовал. Я хочу, чтобы ты шел и бомбил. А Машка... Машка ко мне бежит. Не к роботу. Ладно, помогу ему. Ну ты молодчик, ты теперь... Реально помощник мой. Не просто таскатель, но еще и спасатель. Он. А, она не подрывная? А нет, подрывная. Уровень повышен. Я еще и левелап сделал. Ну что я хочу сказать. Мы крутые с тобой парни. Фух, только надо вовремя следить за твоей амуницией. О, что тут у нас? Гранатки. Здорово, заберем.
Погоди, теперь мне патроны-то надо на двоих, поэтому пистолетные патроны забираем всегда. Смотри, кто там стоит, кто там стоит. Давай, стреляй по нему, а я гранату еще кину. Он бежит, он бежит. Давай, давай лапу. Вот это мы с тобой сработали. Его еще топором и по жопе вот так вот ему. Вот это да, обугленный. Так, ну тут вроде ничего интересного, полезли наверх. Лежит он тут, отдыхает. Вроде дохлый. Уже темнеет, а я спать потихонечку хочу. И жрать хочу. Сейчас заодно протестим лампу на улице. Че, давай, наверное... Нет, пока. Че по времени? 17.14. Еще часик есть у нас. Как будет 6 вечера, тогда можно и лампу включать. Пошли! Интересно, а как он ночью стреляет? А он, кстати, может распознать вот эти вот, это живые зомбари? Ну, в смысле, они сейчас очнутся или нет? Ты что-нибудь чувствуешь, робот? Робот, ничего не чувствуешь? Стреляй в него, стреляй! Нет, он, короче, такой же, как и я. Слишком туповат, чтобы определить, спит зомби или оно дохлое. Теперь я могу набивать карманы до отвала. Зараза. Прикольно, что он через туман вот этот едкий видит. Робот. Машуля. На тебе. Ну ты, конечно, браво. Браво. Великолепен. Че у нас тут за амуниция? Патроны, конечно, патроны. Пистолетные. Давай-ка я тебе пополню тут боезапас. Ну, сотку ты точно заслужил. Даже вот так вот. А тут что? Тоже гранаты. Смотри, кто это к нам идет. На ночь глядя. Давай я тебе фонарь врублю. Вот так-то лучше. Ты готов? Открывай двери. На тебя выйдет. А, тут заперто. Блин. А тут? И тут тоже заперто. На елки-палки. Ты чё ломишься? Эй. Алло, это полиция. Руки вверх. Он не поднял руки вверх. Робот, как ты думаешь, он наполовину в контейнере или контейнер наполовину в зомби? Ну, в принципе, уже не важно. О, да вот тут двое. Прикол, да? Какие тени, кстати. Ну, вот и за счет этих теней подтормаживает. Разработчик тени подправил, но... К нам кто-то идет. Ух ты, елки-палки! Я смотрю, он назад стреляет. Меня это здорово выручило. Тени, конечно, разработчик поправил и очень неплохо. Хотя объем придает, смотри какой. Такое ощущение, что из зомбаря душа вылазит. Да. В общем, опять кто-то бежит. Вот этот звук робота, на него стоит всегда обращать внимание. Да что ж такое-то, красавчик. Я как раз патрики закончил. Пошли дальше. Фух. Стоит там, ждет. Я сейчас ему фейерверк устрою. Оу, я и себе фейерверк устроил. Так, стоп. Да не стреляй ты, подожди. Как-то быстренько он, да? По позу ему, по позу, вот так вот ему. Что он тут охранял? Ну, конечно, патроны, гранаты и ничего более. Ну вот. Четко сработали. Зомби отвлекся на меня, а этот робот... А робот его со спины шлепнул. Сейчас. Тут тоже где-то были сундучки. Мама-мия. Бежим. Так, там еще и качок. Хорош. Все, ты их тут кукошил их? Молочек. Ты вообще красав. У этого что-то с пузом случилось. Ой-ой-ой, что происходит? Робот топчет зомбарей. Тут больше никого нет? Все четко. Еще три ящика. Кто? Сраная машуня. Фу, блин, навонял тут. Ну тут тоже ничего. Наконец-то. Нашелся выход. Я тут стреляю, робот там стреляет.
Тебя надо вооружить более мощным оружием. Ну, там нас ждет огромный город. Блин, я тут поспать хотел, а тут занято. Ладно, я думаю, не страшно. Расстелю тут рядышком. Охраняй проход, робот там, ага. А я спать-ки. Жрать охота! Вены в глазах проступают. Ты тут, да? Ну, здорово. Чай, спальник заберу. Не пошли мы, короче, в город. Я решил, прежде чем туда сунуться... А, им пустая канистра нужна. Думаю, прежде чем туда сунуться, надо сделать огнемет. Ну все. Интересно, топливо туда заливать нужно или так же, как и пули закидывать, нужно будет в контейнер? Вся эта фигня весит 9 килограмм. Робопесель, иди сюда. Куда бы тебе установить-то все? Вот это я все забираю, значит. А, это кожаная сумка, нет. В кожаной я все оставляю. Я хочу тканевую забрать. Тут бензин еще есть, офигеть. Давай сюда его поставим. Мы отцепляем. Ставим тебе сюда турель огнеметную. Нифига себе, как она смотрится круто. И топливо надо туда тебе как-то подлить. Не-не-не, стой, не бей по канистре, а то взорвемся сейчас. Что, заливать? Реально, короче, заправляю как обычную тачку или паровоз. Че, все, 10 из 10, ништяк. Топливо, значит, будем таскать с тобой. Но теперь осталось только найти кого-нибудь. Смотрится... А, ну тут даже, вон, смотри. Горит. Уф, уф, уф. Robodog Gen 2. Генерация 2, то есть. Но выглядит этот огнемет, конечно, внушительно. Доверие какое-то к этому всему есть. Надеюсь, оно не может взорваться. А если, допустим, я по канистре... Пули насквозь просто пролетают. Вижу первого подопечного. Робопес. Тебе явно нужен модуль скорости, по-любому. Зажарь его огнем. А, подожди. Нет, 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 не стреляй, не стреляй. Не могу сейчас модуль оружия вытащить. Ты что, по нему попасть не можешь? О, смотри, как он косит. Это сильно. Давай, короче, мы тебя выключим. Успокойся. Этот модуль не снять? А почему его не снять? А ты решил теперь подойти, да, когда я робопса обезвредил? Какой хитрый. Странно, почему я это не могу снять-то? Надо обезоружить, наверное. А, точно, надо было обезоружить. Так, вот огнемет. Включаем робота. Оптимальный. Ну пошли, новую цель тебе искать. Во! Идет на меня. Давай, фас! Хотя он не идет. Ну чё ты? Где твоя красная рожица? Ты чё, не увидел зомби, что ли? Иди сюда. Оу, оу. И сколько осталось у тебя? 10 из 10. То есть топлива не так много тратится на такое пламя. Горящая жопа. Вот это да. Вот это круто. Эй, иди сюда. Буболгам. Пёсик, сожги его. Четко. Топливо еще есть. Ну офигенно же, а? Теперь это мой самый лучший друг. В принципе, у меня других и не было. А на сегодня, я думаю, стоит закругляться. Я жрать хочу. Стоит закругляться. В следующей серии мы будем, наверное, зачищать эту область, а потом тестировать модули на улучшение нашего робопса. Ну а дальше там посмотрим. Поэтому, если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь с тобой увидимся. Так что до встречи в новом ролике. Ворона! Эх, поджарить бы ее нашим огнеметом.